Ну, давайте сравним на Яндекс.Маркете наши товары. Вот, Xiaomi Redmi 4 Pro и Xiaomi Redmi 4. Цена вот, ну это вы не смотрите, что цена вот этого стоит, Pro стоит 19, 16, 19, а этот, короче, от 9 до 13. Ну, давайте пройдемся теперь. То есть Android стоит, режим работы с несколько сим-карт. Это все одинаковое, сенсорные. Размеры тоже полностью одинаковые. Экранчики тоже. И тут только смотрите на экране число пикселей на дюйм. Ну давайте посмотрим. Число пикселей на дюйм показывает плотность расположения точных элементов изображения на экране. Чем больше точек приходится на дюйм, тем больше четкое и качественное изображение видит пользователь. Идеальным экраном можно считать тот, у которого минимальный элемент изображения неразличим человеческим глазом. Ну вот, видите, тут уже у Pro выигрыш. Число пикселей на дюйм 200, а тут всего 294. Разрешение экрана, смотрите, 1080, то у нас это HD Full, а это HD просто. А это HD Full. То есть по горизонтали можете посмотреть. Вот это полностью прочитать, чем оно касается. И тут тоже, видите, 1280. И вот тут по вертикали. То есть тут у нас у Pro характеристики гораздо выше. Вот. Ну, количество цветов экрана одинаковое. Мультимедийные возможности, ну, я думаю, одинаковое все. Разрешение при виде съемки тоже одинаковое, частота кадров. Вот у меня видеокамера 60p прогрессив, то есть там нету, через черные расстройки нету. То есть одно изображение уже строится другое. Такого нету. Связь вроде одинаковая. Стандарт Wi-Fi N-ка стоит. Так, категория. Вы можете прочитать, что это такое. Так, дальше смотрим. Карта памяти. На Redmi 16 всего, а на Pro 32, вот заметили, да? Теперь посмотрим ядра. Тут 625, тут 400. Ну, давайте по ядрам пройдемся более по существу. Просто выделим вот это Ctrl-C, буфер обмена загоним, стой, скопируем. Могли бы скопировать правила, краш скопировать, ну, неважно как. Открываем новую вкладку и вставляем. И еще дописываем Википедия или просто Вики. Вот, открыл нам этот. Ну вот, смотрим сначала у Pro, какой процессор у нас стоит. 8953-625. 8953. Вот, открываем 625 процессоры. Техпроцесс изготовления 8953. Вот, заметьте, важна вот эта цифра. Технологический процесс. То есть энергосбережение у него в два раза будет больше, так как у него этот транзистор изготовлен 414 нанометра. Ну и все остальное. Вот тут тоже смотрим Адрена 506. А самый высокий будет 500. 510, 512 есть. Ну и потом там, по-моему, 500, 418. Там потом еще будет, короче, еще один. Ну, то есть унесли техпроцесс 14, Адрена 506. Ладно, теперь смотрим. И следующий у нас 430, 89, 37. 430. Вернемся назад по вкладке. Вот. 430 выбираем. 89 было. То есть у нас нам надо 430 найти. А вот 430, видите. Ну вот, технологический процесс 28. И, соответственно, короче, будет у нас он четырехъядок. И Андрена, видишь, графический процессор 36. Ну и сами посудите теперь проигрыш и в дисплее, и в процессоре, и в видеопроцессоре. Просто, я не знаю, вот, видите, то, что мы видим. А нет, тут, видишь, 505, видите, ребята, 505 идет. Ну вот, емкость одна и та же. Ну, в принципе, все закончили. Ну вот и видим. Разница в процессорах какая по существу. Технологический процесс и в дисплеях. Ну вот. И разница в цене. Ну давайте теперь конкретно. Значит, нажимаем правой клавишей «Открывать в новом окне». И нажимаем правой «Открыть в новом окне». Сначала рассмотрим Redmi 4. Характеристики, отзывы, короче, он имеет 4,5.
То есть он справляется со своими функциями очень добротный, хороший. И нас интересуют цены. Давайте цены в магазинах посмотрим. Ну вот, смотрите. 13,900 Эльдорадо. Вот. Он также стоит, короче, Сильвер. Это будет, короче, и в ДНС-ке строить столько же. 13. Это Redmi. Redmi 4. Даже 10800 есть. Ну, в общем, цены вы объяснили. Вот еще с доставкой из других регионов за 9 золотой. Вот, теперь посмотрим ценовую политику у Redmi 4 Pro. Вот, цены смотрим. Вот, видите, цена. Цена. Ну, тут еще неизвестно. Redmi 4 и Pro не подписано. Ну, мы должны по цене отсортировать сразу. Самую минимальную цену найдем. Ну, вот, 12900 стоит. Это он у нас откуда? Мастерфон. 12900. И цена его 13995. Ну, также мы можем его еще и золотой, вот такой же, выписать из Москвы. Ну, учитывайте, там доставка, все, вот это. Ну, вот. Цены практически у них будут и одинаковые, даже у Pro будет ниже. А разница в дисплее и в процессе изготовления техпроцесс, на котором процесс видеопроцессоре. Видите, большой плюс у Xiaomi Redmi 4. Ну, на этом, я думаю, наш обзор, тут сравнение закончу, потому что тут все ясно. Лучше покупать Xiaomi Redmi 4 Pro. Но вы его у нас нигде не найдете. Вот давайте перейдем по ссылочке, посмотрим, есть ли он в наличии. У нас есть наличие. Ну да, мы нашли его. Все отлично. И тем более он еще у нас и серебряный. Серебряный и золотой отличаются примерно в 2 раза. Будет отличаться в ценовой политике. Ну ладно, дай бог. Он так что покупайте вот этот мобильный смартфон Xiaomi Redmi 4 и доставка, чтобы была Pro. То есть я вас, наверное, убедил. Ну, смотрите сами. Мое вам, как говорится, привести факты. А вам делать выбор. Выбор за вами.